Здравствуйте! На канале НТВ Плюс Футбол очередной матч розыгрыша Копа Америка 99, матч номер 4. Из них проиграли 29. Одна победа была, уже более 30 лет прошло. Это на переднем плане Роналдо. Весь сезон его преследовали травмы, не в порядке было у него Люксембургу. Что касается, правда, Ромарио привлекал он к играм, вернее сказать, к одной игре выигрывал он чемпионский титул, титул чемпиона Испании в составе этого клуба. Из него просто этот праздник был бы не праздник. Хосе Мануэль Рей, 7-й Даниэль Норьего. Вот неожиданно опасная ситуация у ворот бразильской команды. Это как раз Даниэль Норьего, сборную при Люксембургу. И после этого матча все... А вот сейчас вновь вынужден я прерваться. Шел к воротам Роналдо, но защитники выбили мяч на угловой. Быстро закончу про Ромарио. Оле Эдилсона не понравилось Вандерлей Люксембургу. И поговорил с Люксембургу и сказал, что потерял пока мотивацию для выступления за сборную. Ну, преимущество пока у бразильцев, это вполне естественно. За всю историю встреч этих команд на Копа Америка бразильцы только аргентинской сборной. Ну, вообще, аргентинский... Антонио Карлос с мячом. Это Роберто Карлос. Диагональная передача. А сейчас нет положения вне игры. Роналдо выходит к воротам, и в каких-то сантиметрах от левой штанги проходит мяч после его удара. Там, правда, уже защитник страховал голкипера. Вот вне игры здесь не было. Роналдо входит в штрафную. Одним там и защитник помог бы своему вратарю. Но паксы выиграли у сборной Перу. Дважды сыграли в ничью с Эквадором, а вот опасный момент из-под ноги у Амороза выбивает мяч Бедольо. И сыграли в ничью 1-1 с командой Дании. Таким странам по Корее и Японии был у нас целиком Люксембург. Ну, а для тех, кто нет, мы показываем уже целиком на половину поля венесуэльской сборной. И вот то и дело такие острые ситуации возникают. Правда, пока голевых ситуаций. Команд группы Б. Город этот очень неточная передача. Роналдо перехватывает мяч, идет сам вперед и делает острую передачу в штрафную, а здесь очередной офсайд. Это Марсио Аморозо был. Феликс Эрнандес. Игрок по фамилии Эрнандес забил гол в предыдущем матче между сборными Чили и Мексики. Это был мексиканец Луис Эрнандес. Игрок ливеркузенского Байера. И передача налево. Здесь одно из первых его подключений к атаке представил это Эдсон Тортолеро. 8-й номер, полузащитник, игрок команды Университет де Лос Андес. На фоне бразильцев. Бразильцы отрабатывали вопросы тактики, проводили что-то вроде теоретики. Очередной проход Роналдо, но слишком далеко отпустил он от себя. Ожидавшие, видимо, двусторонние игры между основным составом бразильцев и резервной были крайне недовольны. Но вот, наконец, гол забивает сборная Бразилии, забивает его Роналдо. Ошиблись слева в обороне футболисты Венесуэлы, позволили Кафу пройти с мячом
очень далеко, уже был он в непосредственной близости от ворот, мог и сам атаковать, но, конечно, лучше было сделать передачу, и она последовала, а там уже с близкого расстояния Роналду перехватил. Потому что проводит он занятия с командой не для удовольствия публики, а для того, чтобы... Макинтош делает передачу к штрафной. Опасный момент. Норьего, Вандерлей, других голкиперов, в частности Диду, Вампета, Марта Карлос. И вперед рвется Роналдо. Я не ли Роналдо играть, скажем так, в свою силу, готов на 100%, но в это трудно поверить, поскольку большую часть сезона не играл он. Ну, по крайней мере, можно говорить о том, что он здоров, загнал венесуэльца в угол. Тем не менее, то из немногих соревнований, где Вандерлей имеет в полной мере возможность использовать футболистов из Европы. В то время как на отдельный мадридского Реала. Но соревновательный опыт, конечно, разыгрывает штрафной с Роберто Карлосом. Два защитника перед ним. Вампета. Передача вперед, и снова положение вне игры. Вот пока никак не могут. Еще назад Антонио Карлос. Алекс. Очень хорошая передача. Свои действия из того эпизода, когда мяч выбит из штрафной, но он остается у бразильской команды. Сейчас в ней игры не было. Еще одна простреленная передача, которой не успел Антонио Карлос. Но до встречи с Венесуэлой никогда. И именно поэтому мы, кроме атак бразильской сборной, видим еще... Реже, конечно, но видим выпады и довольно опасные венесуэльские команды. А сейчас дальний удар принимает. Теперь угловой достает кончиками пальцев буквально Вега до этого мяча, отбивает его. А теперь передача в штрафную. И вот сейчас ошиблись, наконец, защитники сборной Венесуэлы, выполняя искусственный офсайд. Опасно это делать уже в непосредственной близости от ворот. И на линии вратарской оказались сразу два, наносивший удар Эмерсон и стоявший рядом Аморозо. Ну а вот сейчас Роналдо в положении вне игры. Перед началом турнира Вандерлей Люксембургу сказал, что иной цели, кроме как выиграть этот Кубок Америки, перед командой не стоит. Здесь бразильцы, видимо, с поставленной задачей справятся. Ну а вот зачем одолеть турнирную дистанцию без поражений, выиграв в финальном матче у хозяев. А это Роналдо очень изящно обыгрывает защитника и мягко хотел на дальнюю углу вратарскую навесить, но Вега дотянул. Роберто Карлос в одно касание на Ривалдо. Седьмая минута уже идет первого тайма. Нет, вот как раз звучит. Выпустить вместо защитника нападающего Риш Роналдо. Второй тайм начался, начали его впереди. Действовали в первом тайме седьмой Даниэль Норьего. Самую крупную победу, которую бразильцы одерживали на этих турнирах, Копа Америк. Удастся бразильской сборной победить с крупным счетом. И, в общем, преуспели в этом. Ну вот, может быть, только в одном случае, когда второй гол бразильцы забивали, была допущена ими ошибка. А вот в воротах сборной Венесуэлы, но, по-моему, как раз был офсайд. Да, судя по всему, опередил события Марсио Аморозо. И
полузащитник Феликс Эрнандес играет в Мексике за Целавию. Ну и про Норьегу я уже сказал. Вот из тех, кто сейчас на Амурозу это был. Но Роберто Карлос сам завершал атаку. А теперь опасное подключение Кафу. И даже привлекался в национальную сборную еще до Люксембурга. А вот выход один на один. И блестяще эту ситуацию использует Роналдо. Нет, это Амурозо. Знаете, а сыграл-то в стиле Роналдо. Такая же была техника обработки мяча. Но сейчас мы еще раз увидим этот эпизод. Во-первых, снова идеально выверенный Дида был просто бесподобен. И вполне естественно, что не могла это его привести незамеченный тренером национальной. Он против двух соперников сразу, но... Роберто Карлос, еще одна передача. Ну вот, смотрите, нащупали, судя по всему, слабое место обороны Венесуэлы. Очень опасный штрафной. Роберто Карлос пробежал, дабы не было у Норвегии других вариантов. Ну вот теперь положение вне игры. Основной групповой турнир прошел. И в плей-офф в первом раунде сыграл удачно. Ну а у нас здесь счет снова меняется. Роналдо забил свой второй гол. И преимущество бразильцев выражается уже четырьмя мячами. Ну вот теперь создается впечатление, что уже как-то в полсилы действуют бразильцы. Пускать много ошибок. Ходили в достаточно упорной борьбе, либо одна из команд выигрывала с перевесом в один мяч футболистами Эквадора, а Колумбия сыграет против Уругвая. Штрафной удар выполняют футболисты Венесуэлы. Удар под собственную надежду. Хороший выбор позиции. Снова выпрыгивает выше всех, мяч забирает и быстро начинает атаку своей команды. Пушке там пяткой мяч переправить в ворота. А вот очень любопытная замена. Сыграл очень здорово, хотя бразильская команда дошла только до четвертьфинала. Скорее всего, уже по какой причине Эдилсон был отстранен от матчей Копа Америки. Ну и прекрасно играет Роналдиньо. Ну вот посмотрите, как сыграл этот футболист. Сказал я, что может быть не хватит ему времени проявить себя. Ну а был-то он на поле минуты 2-3, не больше. В прекрасном стиле, получив мяч от Кафу, обыграл двух защитников и точно пробил по воротам. Вот его первый гол за национальную сборную. Понятно, радость юного футболиста, хотя счет уже 5-0. Для него, конечно, это праздник, и этот день на всю жизнь запомнится. Сначала вот мяч возвращается к левому защитнику венесуэльской сборной. Обыгрывает он Амарозу, но там явно замешкался с ударом Норьега. Надо было бить сразу, а не подрабатывать. Успели защитники ликвидировать угрозу. Кафу перебрасывает мяч через голкипера, но успевает... Кафу. Роналдиньо. Вот здесь Роналдо старший. Пробрасывает мяч на ход Серж. Думаю, за универсализм, потому что может играть он как. В сегодняшнем матче 5-0 сборная Бразилии выигрывает у команды Венесуэлы.
6-0. Ну, это просто образцово-показательная комбинация. Хотелось бы, чтобы повтор нам показали с самого начала, с того момента, когда мяч был еще в центре поля. Словно по расписанным заранее траекториям двигались бразильские футболисты. В одно касание передавали мяч друг другу, и последний сделал Аморо. 6-0. А сейчас нет положения вне игры. Еще один голевой момент. И седьмой мяч в воротах сборной Венесуэлы. Ривалдо открыл свой лицевой счет на этом турнире. Но только ленивый уже не забивает у Бразилии. Ренни Вега, конечно, расстроен. В общем-то, думаю, что ни в одном из пропущенных мячей его вины нет. Старался он как мог, несколько раз даже выручил свою команду. А счет, тем не менее, 7-0 в пользу соперников. Рядом там Роналдо был. Эта игра состоится 3 июля. Мячей. Разницы в 9 мячей. Снова осадили штрафную соперника бразильские футболисты. Это Вампета. Роналдо с мячом. Нарушение правил. Семь-ноль бразильская сборная одерживает, просто рассыпалась оборона венесуэльцев. Совершает падение в нижний угол, забирает там мяч, так и не позволяет команде Венесуэлы. В районе матча отличились у бразильской сборной Аморозо, Роналдо, вышедший на замену молодой Роналдиньо, забивший свой первый гол за сборную. Снова Аморо.